маленький репортаж о том, как мы устроились. Ну, в принципе, тут мы живем, едим, тут у нас дети отдыхают. По полной половине еще нас достают, так это лосы. Вообще, звереги еще те. Мясо им подавай. Ручку склеили. Но сначала здесь мангал ставили. Из-за того, что здесь постоянно ветер. Вот это будет. Им погорало все за считанные секунды. Поэтому его приспособили вот так. Здесь, в принципе, нормально, кроме того, что там просто приходится поливать, иначе на них просто на еду на все летит. В основном как-то вот так. Машина припаркована. А целиком аж палатка выглядит так. Там Сергей сидит, разговаривает. Вот так у нас утро начинается. Приезжает стад рыбаков. И начинается рыбачий заводи. Вон здесь на лодочках сидят. Это речка Ахтуба. Первый раз на спине что-то поймал. Мелочь, правда, но все-таки ветер всю рыбу значит распугивал. Излюбленные рыбачьи места. Ну, вот там где-то наши две детеныши носят. Солнце светится в день. Пляж, песок. Здесь вот целый километр такого пляжа. Начинается он туда вправо идти. Целый день переговоры, деловые разговоры, черно-белые костюмы, документы, банки, суммы, самолеты, стюардессы, джипы, Вольво, Мерседесы. Встречи, рауты, фуршеты, бит, охрана, пистолеты. Деловая девушка спит, мокрая подушка лежит. Хочется и слабой бабой, хочется как в сказке любить. Деловая девушка спит, мокрая подушка лежит, а в ногах ее сочиство. Притаилось одиночество. Деловая девушка спит, мокрая подушка лежит. Хочется и слабой бабы, хочется как в сказке любить. Деловая девушка спит, мокрая подушка лежит, а в ногах ее сочиство. Притаилось одиночество. День одни заботы, выше головы работы, биржи, ценные металлы, виз, справки, капиталы, телефон, телеграммы, планы, интернет, рекламы, конкуренты и партнеры, диалоги, письма, споры. Деловая девушка спит, мокрая подушка лежит. Хочется и слабой бабой, хочется как в сказке любить. Деловая девушка спит, мокрая подушка лежит, а в ногах ее сочиство. Притаилось одиночество. Деловая девушка спит, мокрая подушка лежит. Хочется и слабой
хочется, как в сказке, любить. Деловая девушка спит, мокрая подушка лежит, а в ногах ее высочество, бритаюсь одиночество. Вот это вот наш сегодняшний улов после модернизации снастей. Ловили где-то вон там, немножко понесло течением, в принципе, там неплохо, еще приноровиться. Модернизация спиннингов заключалась в следующем. Обычный поводок повесили грузило и привязали два крючка, собственно. На что ловится опарыш и, грубо говоря, обычный червь, собственно. Как бы так. Ну вот тут стоят наша палаточка. Все это с горем пополам запихнули. Остались только вот мусорные пакеты. Ох, красивые места, конечно. Но уезжать надо. Закончился наш отдых. Вот она, такая вот Ахтубая.